Для нас очень важно не только двигаться, но и правильно расслабляться. Что такое расслабление? Когда мы приходим домой, расслабление не приравнивается к какой-то лености. Мы не должны ложиться на диван. Такое расслабление будет еще большим переутомлением. Переутомление приводит к нервозности, к напряжению. Поэтому мы сегодня поговорим, как можно сделать перед рабочим днем, либо в конце рабочего дня, некое предрастяжение, которое будет приводить к расслаблению всей нервной системы. Как правильно проводить свое утро? Как расслабить нервную систему и как просыпаться с удовольствием? Об этом в своей рубрике ежедневно рассказывает Оксана Галеева. А еще «Утро с репортером» — это полезные советы, самые свежие новости, актуальная информация, удивительные гости и, конечно, море позитива. «Утро с репортером» бодрит не меньше кофе. Самую раннюю программу нашего телеканала смотрите каждый день с понедельника по пятницу с 6 до 8 часов утра. С нами просыпается область.